В Новосибирске создадут единый диспетчерский центр социальных услуг. По телефону можно будет узнать, где и какую помощь оказывают. В тестовом режиме он начнет работать уже в этом году. Можно будет жителям получить исчерпывающую достоверную информацию обо всех мерах социальной поддержки, которые муниципалитет реализует, в том числе и для людей старших возрастов. Сейчас создаются единые информационные базы данных, реестры всех социальных сервисов и гарантий, которые оказываются жителям города, а также всех организаций, которые работают в социальной сфере. Часто пенсионеры и инвалиды просто не знают о своих льготах и возможностях, которые им предлагают в городе. С 1 октября в Новосибирске традиционно начнется декада пожилого человека. Жители преклонного возраста могут воспользоваться услугами социального такси, сходить бесплатно в зоопарк и музей Новосибирска. Обо всех акциях можно узнать на сайте Департамента социальной политики или в отделах администрации районов. Мы хотели бы, чтобы как можно больше людей пенсионного возраста были охвачены теплотой и заботой в этой декаде. Потому что наверняка, и мы знаем об этом, у нас увеличивается количество столетних юбиляров. Поэтому нам бы хотелось, чтобы максимально охватить всех жителей именно в эту декаду. Вот. И не забыть ни о одном пенсионере. Поэтому это основная задача всех жителей города Новосибирска, подрастающего поколения, молодого, чтобы у нас получилось все это хорошо. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!